Николай, это самое, ты мне вези на Рижке или что? Да мы едем или что? Я что-то долго едем. Тебя что, выволочь на улицу или долго мы ехать будем? Меня выволочь на улицу? Да. Раньше меня часто спрашивали о том, Женек, говорят, скажи, как определить надежность парка и какой ты парк посоветуешь? Я всегда говорил то, что думаю. Я никакой парк на 100% посоветовать не мог, потому что не являлся его владельцем. И отвечать могу только за то, что принадлежит мне и за что я, соответственно, несу ответственность. Поэтому сейчас я такой парк порекомендовать, конечно, могу. Это парк «Такси Хайп». И когда меня теперь спрашивают, скажи про надежный парк, который не кинет с бабками, который выводит деньги регулярно каждый день, у которого хорошая служба поддержки. Есть такой парк, да, парк «Такси Хайп». Поэтому, если тебя не устраивает твой парк, или ты все-таки решился работать в такси, welcome, мы всех подключим, ссылочка на WhatsApp в описании к ролику. Приходи. Рижский? Поехали на Рижский. Я и спрашиваю, на Рижский? На Рижский, да. На Рижский. А куда вы там пропали-то, можно узнать? Давай поехали, командиру. А товарищу что надо? Поехали на Рижский. А дверку закройте, пожалуйста. Дверь закрой, я отойди. Это... Вы только мне дверь не оторвите, ладно? На Рижский поехали. Да я понял, сейчас мы разъедемся здесь. Разъезжайся, аккуратно только разъезжайся. Что, не можешь ездить, что ли? Нечего волноваться. По статистике, люди чаще погибают по дороге в аэропорт. Столкнутся лоб в лоб или в обрыв рухнут. Может, научить ездить или что? А, не надо, спасибо. А вы что, хорошо водите, да? Я Санкт-Петербург знаю как свои 5 пальцев. А я как свои 10. Нет, ты лучше меня не знаешь полюбас. Почему это? Потому что. А ты как? Санкт-Питерский блокадник или как? Да что ты, черт побери, такое несешь? Блокадник? Да. Ну я чуть-чуть помоложе. Чуть-чуть помоложе? Года да. Какого ты? 49-го. Пиздишь. Ну так а чё? А зачем ты тогда... А зачем тогда спрашивать, блокадник я или нет? Какой я блокадник? В 80-м году я родился. Маленький ты еще. Маленький? Там не проедешь. Прямо едь. И направо. Зато у меня харизма большая. Харизма может быть у тебя большая. Да. Ну. Я здесь весь район, все Петербург знаю. А ты вот Питер не знаешь, вот направо можно выехать, а ты не знаешь. Если я вас закину куда-нибудь сейчас на Комендантский, я думаю, вы тоже там не потеряетесь. А на Комендантский не потеряйся, поверь мне, не потеряйся. Потеряетесь. Нет, там рядом метро, знаешь, какое уделка. 20 минут пешком. С Комендантским? На Комендантский, да. А там ближайшего метро нету. С Комендантским? Да. Рядом. Метро Комендантский проспект. Нет, там нету такого. А, нет такого? Нету. Ну хорошо, вы Питер знаете, лучше меня, согласен. Мне даже стыдно чуть-чуть стало сейчас. Может, я тебя обманул чем-то? Не знаю пока. Но думаю, что давай мы в процессе это самое, выясним. Ты меня вези на Рижке или что? Да мы едем или что? Я что-то долго едем. Тебя что, выволочь на улицу или долго мы ехать будем? Меня выволочь на улицу? Да. Тебе можешь леща дать. Леща мне дать? Да. Фига себе, вот это расклады. А как расклады? Я псковский. Я псковский. Псковский кто, десантник? ВДВшник? Да, 76-я. А, блядь, сука. Иди, не получилось. Ну так что, хочешь мне свой кунг-фу показать, что ли? Да, покажу. Свою кунг-фу хочешь? Да, покажу тебе.
Ну давай выскочим. Давай выскочим. Давай выскочим. Давай. Ну давай. Давай выходи. Ну давай, давай, выходи. Все время работает. Схема, да? На Рижский мы не попадаем сегодня, блин. Пара-бара-пам. Вот старая херня, самая рабочая, вот ей-богу. Надо завести человека и просто, просто попросить его выйти помахаться. Че, махаться будешь? Будешь махаться, блядь, десантник псковский? У него комендантский проспект рядом с удельной. Питеру привет. Ориентируйся. Что я могу сказать, друзья мои? Синяков множится, весна, поэтому... Давайте, значит, ставьте лайки, колокольчики обязательно. Мне это нужно, потому что чем больше вы это будете делать, тем вселенная будет вас слышать громче. И тем больше долбоебов синяков будет оказываться в моей машине. Пара-бара-пам. Пишите.